Башкире никогда не был, и в том числе в Уфе. Я первый раз на вашей земле. Ваши улыбки, вы вдохновляете нас. Мы поможем вам стать лучше. Приходите заниматься к нам, и вместе мы преодолеем и свернем любые горы. Ура! Время Хабиба!
Хабиб с самого детства стремился к этому, поэтому добился. Это была его мечта. Любому спортсмену, если он чем-то занимается, не просто ходить в зал, отдать себя полностью именно тренировкам, поставить перед собой задачу и стараться максимально добиваться этого. Я уверен, что в этом ситуации любой добьется такого же результата, как и Хабиб. Когда часто спрашивают насчет мотивации, вообще, что для меня мотивация и что именно меня мотивирует, это то, что куда бы я ни ездил, меня встречают очень тепло, хорошо, и чувствуется, что люди искренне за меня болеют. На самом деле я это чувствую, и вот это моя самая большая мотивация на сегодняшний день. Это всего лишь ремень, за которым стоит большое количество часов, труда, пота, крови, всего, что я прошел на пути, да, к завоеванию этого пояса. До пояса я был очень сильно мотивирован, как на тренировках, так и внутри октагона, когда дрался. Ну, мне интересно, когда мне дадут следующий бой, какая мотивация у меня будет. Я, например, не выходец из топовых залов, где есть все. У нас в зале были маты, груша и тренер. И никогда даже не было горячей воды. И до сих пор нету. Я утром был в спорткомплексе, вот Martial Arts, и там очень много разновидностей спорта. Есть дзюдо, есть самбо, есть ММА, боевое самбо. Ходи туда утром, вечером тренируйся, кто тебе мешает. Таких условий, например, у меня не было. Ну, я бы сказал, что Иван бы посоветовал, чтобы дети занимались спортом, потому что это здоровье, а вот насчет профессионального вида спорта, я не знаю, профессиональный вид спорта, это инвалиды уже. Мне отец всегда говорил, тебе самое главное, чтобы ты тренировался, питался и отдыхал, и все остальное, там деньги и так далее, я тебе буду давать. Если даже ты станешь спортсменом, да, и я, конечно, извиняюсь за выражение, если ты тупой, то и спортсмен тоже из себя не такой уж. Ты максимум, что сможешь, ты лучше сломаешь и все. Если ты хочешь стать чемпионом, ты должен пройти все, и травмы, и реабилитации, и проигрыши. Бывает, там кто-то выигрывает, потом раз он еще лучше стал после поражения. Ну, наверное, начинает больше тренироваться или там, не знаю, какая у него, что у него творится в голове. Некоторые бойцы после поражения еще лучше становятся. И у нас много примеров есть. Это все зависит от мотивации, насколько у тебя большое желание внутри горит. Если там где-то что-то ты мог говорить, я тоже могу, я тоже буду. А когда ты сталкиваешься с трудностями, то ты тогда понимаешь, на самом деле можешь ты или нет. Она тебя и раскрывает как человек. Я считаю, что в трудностях в этом есть сила. Насколько ты будешь готов пройти. Я просто не привык сдаваться. И из-за этого шел до конца. И вот, слава Богу, да, пришел к тому, к чему шел. Спасибо за вопрос. Да не пропадай. Thank you.
Всего хорошего. Приезжайте еще.